Всем привет! Мы с вами Фикс Прайс. Пойдемте смотреть новинки. Первая новинка. Покажу вам вот такую тушь для ресниц от Жан Мишель. Два варианта. Тушь черная. Стоит такая тушь 77 рублей. В канцелярии новая акварель медовая классика от Луч, 32 цвета, 149 рублей. Новые ножницы для детского творчества Soft Touch, вот с такими интересными ручками, 55 рублей. Полипропилен, нержавеющая сталь, термопластичная резина. Еще в зеленом цвете. Концы у ножниц закруглены, и в розовом. Новинка от Добр Бобр, воздушный пластилин. Быстро застывает, не оставляет следов и грязи. Безопасный, не токсичный, не липнет к рукам. Три цвета, 240 миллилитров, 99 рублей. Есть вариант желтый, красный, синий. И фиолетовый, и оранжевый, розовый. В книгах новинка за 199 рублей. Карта дней. Дом странных детей. Бумага, естественно, газетная, но гладкая. Новый набор резинок для волос от InStyle, две штуки. Полиэстер, нейлон, АБС. Еще есть в персиковом цвете. И розовый с серым. Еще одни новые резинки, 5 штук, 55 рублей. За 77 рублей новые заколки для волос. Две штуки в комплекте. Недавно были вот такие, за 55 появились новые. Теперь за 77. В золотом цвете. В розовом. И в черном цвете. Материалы акрил и сталь. В мужской коллекции к 23 февраля появился шейкер для коктейля. 199 рублей, 500 миллилитров. Шейкер изготовлен из нержавеющей стали. Это классная новинка. Снова появились в продаже бульонницы с ручками. 77 рублей. Это фаянс, Китай. Серые. И вот такие синие. Зеленые. И еще вот в таком вот цвете. Чайник заварочный. 910 миллилитров. Очень легкий. 199 рублей. Материал фарфор. Набор чашка с блюдцем 149 рублей, 230 миллилитров. Есть разные варианты этих наборов. И какой будет внутри, указано сбоку на коробочке. Это фарфор. Я один набор распечатала. Вот эта вся красота, скорее всего, металлизированная, то есть использовать микроволновки нельзя. Ну, естественно, выбирайте, обязательно открывайте и смотрите. Здесь вот есть какое-то небольшое постороннее включение, не очень красивое. Потеки краски.
Сама краска шершавая. Мне такое не очень нравится качество. Какая прелесть! Домик для хранения чайных пакетиков. 199 рублей. У нас 4 варианта. Изготовлены они из фанеры и картона. И это издательство «Презент», Москва. Немножечко их вам покручу, покажу поближе. Новые разделочные доски большие за 99 рублей. Это МДФ, полипропилен. Выдерживает температуру от минус 20 до плюс 70 градусов. Такой вариант уже был подобный. Под мрамор. Всего два варианта. Мрамор и хлеб. В предыдущих видео показывала вам половники, лопатки и нож для сыра. Теперь еще появились силиконовые лопатки с буковыми ручками. 55 рублей 25,5 сантиметров. Кисточки также 25,5 сантиметров. И венчики 27 сантиметров. Венчик сделан добротно. Также еще появилась овощечистка. 55 рублей. Тоже ручка из бука. Нержавеющая сталь. И набор вилок. Две штуки в комплекте. Но тут не буковая ручка, а пластиковая. Сделано как раз под дерево. 77 рублей. Но это видно. Нержавеющая сталь, АБС пластик. Набор коктейльных трубочек. 4 штуки. И одна щетка. 77 рублей. Это Kitchen, Китай. Трубочки есть две прямые, две загнутые. Нержавеющая сталь, нейлон. У нас появились в продаже вот такие подставки для ножей, изготовленные из полипропилена и полиэтилена. В трех дизайнах: с ножами, с надписями и под мрамор. Стоимость такой подставки 99 рублей. Новые ёршики 99 рублей для туалета, 48 сантиметров, изготовлены из полипропилена. И к ним вот такие вот стаканчики: белые, персиковые, голубые. Ёршики также трех цветов. Женские шляпы 199 рублей. Шляпы изготовлены из полиэстера и размер 57 сантиметров. Обхват головы. Есть бордовые, красные, серые и черные. Покажу, как она выглядит изнутри, шляпа. Все значки. Стирка при 30 градусах. Естественно, ручная. Но я бы стирать вообще, наверное, не стала. Есть ленточки для того, чтобы уменьшить объем шляпы. Снова появились в продаже комплекты. Совок и щетка с длинной ручкой. Совок можно сложить и вот так вот компактно хранить. И сама щетка прикрепляется к совку. Также появились в продаже швабры с двусторонней насадкой. 199 рублей. В зеленом, в оранжевом и в синем цвете. С одной стороны у насадки пальчики, а с другой стороны она гладкая. Это полиэстер, полипропилен и нержавеющая сталь. Все, естественно, крутится во все стороны, вертится, как и должно быть. И ручка у такой швабры телескопическая.
в игрушках новинка. Башня-лабиринт с шариками. Развивает мелкую моторику. Мячики-погремушки скатываются по яркому лабиринту. 199 рублей. Есть разные варианты. Вот здесь вот, вот такой вот мишка. А здесь голубой. Продается в такой коробке с ручкой. Высота башни более 40 сантиметров. И изготовлена из полипропилена и АБС пластика. В фикс-прайсе теперь продаются батарейки Duracell. Мизинчиковые и пальчиковые. Две штуки 55 рублей. Коллекционные игрушки Hatchimals. Второй сезон. 5+. Одна игрушка в пакетике. Но ценников почему-то у нас на эти пакетики нету. Я так предположу, 99 рублей. Микс. Чипсы начес, кукурузные снеки. Состав поближе. Да, состав «Будь здоров». Изготавливает город Москва. Цены также нету, наверное, 50 рублей.